с программе. Размахивал пистолетом и сбил человека, забрал деньги. Подполковника новосибирской полиции подозревают в разбое. Крохи, а не зарплата. Новосибирские депутаты считают, что дешево обходятся бюджету. Сумасшедший троллейбус. Пассажирам общественного транспорта американские горки не нужны. Экстрима хватит по пути на работу. Женщин завалят цветами. В Новосибирск привезли миллионы алых роз. Оригиналы выбирают для своих дам букеты из шоколада и угля. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас в программе «Новости Новосибирск». В студии Кирилл Полиенко. Здравствуйте. Подполковника новосибирской полиции подозревают в вооруженном нападении. По словам сотрудников автомойки, на них напали пьяные сотрудники МВД. Избили одного из них, а затем, угрожая пистолетом, забрали из кассы 3000 рублей и, как ни странно, рулон туалетной бумаги. Следователи сейчас проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Все подробности в нашем материале. В коллективе администратора автомойки Камеберди Жиналеева железная дисциплина. Поэтому, когда один из мойщиков спровоцировал драку с коллегой, его сразу выгнали с работы. Однако, через несколько часов дебошир вернулся с группой поддержки. Зашел мужик такой, представился сотрудником милиции, подполковником, показывал удостоверение, но он был пьяный. Зашли боксы, там, он вытаскивает свой пистолет, направляет ко мне. Слова пострадавших подтверждают кадры камеры видеонаблюдения. На них видно, как мужчина в гражданском показывает удостоверение, а затем уже в другом боксе несколько минут держит на прицеле пистолета сотрудника автомойки. По словам администратора, мужчина требовал деньги или бесплатно помыть его машину. Получив отказ, он обшарил карманы жертвы. Добычей налетчика стали 3000 рублей. Кроме того, после он прихватил с собой рулон туалетной бумаги. В это время двое его спутников, один из которых, по неподтвержденным пока данным, тоже офицер полиции, избивали другого мойщика на улице. Прибывший наряд вневедомственной охраны связываться со старшими по рангу полицейскими не рискнул. Тогда пострадавшим пришлось самим ехать в ближайшее отделение. В региональном главке теперь проводят проверку. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками службы собственной безопасности ГУМВД России по Новосибирской области. Руководством Главного управления по Новосибирской области назначена служебная проверка. В случае подтверждения вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством. Позже стало известно, что под подозрение попал подполковник Сергей Исайков, служащий в отделе ревизионных проверок. Теперь ему грозит тюремный срок. Юристы считают, что доказательства преступления неопровержимы. Сама по себе запись камеры видеонаблюдения, ведь она объективно является доказательством, которое, я так понимаю, невозможно подделать, если не будет признаков монтажа, да, и, соответственно, показания свидетелей. А кроме того, это также может быть подтверждено судебно-медицинской экспертизой, то есть если лицо там избивали. Уголовное дело, скорее всего, возбудят как минимум по двум статьям – превышение должностных полномочий и разбой. Вероятно, после этого во всех отделах регионального главка МВД проведут проверки с особым пристрастием. Во всяком случае, о таких планах уже заявил новый начальник управления Юрий Стерликов. Артем Шершнев, Павел Тиунов и Дмитрий Кабанов. Новости Новосибирск. Мэр Новосибирска сегодня вступился за горводоканал. Анатолий Локоть заявил, что не считает трехчасовое ожидание аварийной бригады нормой, однако уверен, что это исключительный случай. Это ненормально, и это нетипично.
для горводоканала. Разбираемся. С этим мы разбираемся. Окончательных выводов здесь от меня пока не ждите. У меня есть свое мнение, устойчивое мнение о работе горводоканала, и никакие клипы, ситуация их не изменит. Напомню, новосибирских коммунальщиков на весь интернет ославили жильцы дома номер 9 по улице Лежена. После прорыва трубы они несколько часов ждали приезда аварийной бригады. Про это написали песню и сняли клип. У видео за 3 дня 80 тысяч просмотров. Горводоканал оперативно опубликовал опровержение. Ремонтники, по их утверждению, ехали не 5 часов, как поется в песне, а всего 3. Сегодня же мэр Новосибирска заявил, что горводоканалу не грозят ни концессия, ни приватизация. Частные инвестиции, ни панацея и ни гарантия хорошей работы. Опыт соседних Томска и Красноярска это подтверждает. А сохранение муниципальной формы собственности предприятия позволит контролировать тарифы. Новосибирские депутаты не будут сокращать свои зарплаты. Народные избранники не видят большого смысла в их уменьшении. В областном парламенте заработную плату получают всего 14 депутатов, в горсовете Новосибирска и вовсе только 3. При этом депутаты все же решили экономить, но по-другому. На командировках и содержании аппарата. А вот где есть простор для сокращения расходов, так это в исполнительной власти. Чиновников стало больше, а их зарплаты выше. Новосибирскстат опубликовал данные за 2014 год по количеству госслужащих в регионе и уровню их дохода. Выяснилось, что общее число чиновников стало на 2,5% больше, только муниципальных служащих около 6500 человек. В областных структурах самое большое пополнение, но в абсолютных цифрах оно не выглядит значительным. Там более 3000 человек. И самая крупная армия сотрудников – это федеральные органы власти. Там трудятся больше 10000 человек. Росли в прошлом году и зарплаты примерно на 10%. Областные чиновники в среднем стали получать более 42 тысяч рублей, а в федеральных структурах эта цифра едва перевалила за 38 тысяч. Самые скромные доходы у муниципальных служащих – без малого 29 тысяч рублей. Жители, прилегающие к Бугринскому мосту улиц, потребовали от городских властей изменить схему движения на левом берегу. После ввода моста в эксплуатацию в районе съезда на улицу Ватутина убрали светофор. И теперь, чтобы попасть домой, автомобилистам приходится делать крюк в 3 километра по пробкам. И, может быть, со временем они бы и привыкли к неудобствам, однако уже сейчас стало понятно, что в случае ЧП экстренные службы не успевают на вызов. Подробности в сюжете Павла Тиунова. Здесь стоял светофор. Удобный пешеходный переход. На данный момент, как вы видите, ничего такого, кроме как бетонного заграждения. Для почти 4500 человек усовершенствование дорожной системы обернулось крупными проблемами. Из-за того, что посередине улицы Ватутина убрали светофор и запретили разворот, дорога к частным домам в районе Бугринского моста стала длиннее, а экстренные службы и вовсе часами не могут найти место вызова. Был пожар по улице Новобугринская, 13. Так вот, пожарная не подоспела вовремя. Человек сгорел заживо. Это очень печально. Также медврачи, они жалуются на то, на выездные, что они не укладываются в свои часы и не могут попасть сюда вовремя. Раньше, чтобы попасть на улицы Новобугринскую, Западную или Пригородную с правого берега, водители доезжали до светофора, разворачивались и через несколько минут попадали домой. Однако чиновники посчитали, что это тормозит общий поток. Теперь автолюбители вынуждены ехать до торгового центра «Мега», разворачиваться на его парковке и ехать обратно. В часы пик по пробкам дорога занимает до 1,5 часов. Между тем, по словам местных жителей, ликвидация светофора не только не упростила движение, но и обострила аварийную ситуацию. Они влекут народ к тому, чтобы народ нарушал правила дорожного движения. Тем самым, если человек видит, что возможно пересечь быстро, пока нету, они раз пересекают. Вот, пожалуйста, машина, ей не надо объезжать через 2 сплошные, развернулась и поехала. Ему неудобно объезжать. Пешеходы, несмотря на появление надземного перехода, тоже предпочитают перебегать проезжую часть по старинке, там, где им удобно. Этот пешеходный переход очень не любят местные жители. На высоте примерно 7 метров над землей бывает сложно передвигаться, особенно зимой, особенно в ветреную погоду. Все дело в том, что многотонную железную конструкцию до сих пор не обшили поликарбонатом, хотя по определенной информации деньги на это уже выделяли. Местные жители не раз обращались к чиновникам с просьбой вернуть прежнюю схему движения, на что приходят только письменные ответы, что это нецелесообразно и денег нет. Цитата. «Выполнение работ будет рассмотрено при формировании планов на 2015-2016 год после определения лимитов финансирования».
В минувшие выходные около 100 человек вышли на митинг, где потребовали начать с ними диалог. В противном случае люди готовы пойти на крайние меры. То вот сейчас, как говорится, месяц сроку, как говорится, чтобы письма мы везде понаписали, как говорится, вплоть до прокуратуры, что если не будет никаких решений, то через месяц будем перекрывать Ватутина. Чиновники на угрозы пока не реагируют. Павел Тиунов, Максим Федосеев, новости Новосибирск. Смотрите далее в нашей программе. Площадь Маркса не резиновая. Общественные активисты требуют запретить строительство очередного торгового центра на главной площади Левобережья. А эта стройка на счастье. В Новосибирске завершают реконструкцию дворца бракосочетаний. Марш Мендельсона снова зазвучит здесь в начале мая. Дрифт на троллейбусе. Водители общественного транспорта в Новосибирске показывают чудеса на виражах. Вместо перехватывающей парковки на площади Маркса может скоро появиться еще один торговый комплекс. В этом уверены гражданские активисты, которые вышли сегодня на пикет с требованием сохранить бесплатный многоэтажный паркинг. 2 недели назад на общественных слушаниях был одобрен перевод земельного участка под парковкой в разряд общественно-делового назначения. Теперь собственники земли, а это владельцы стоящего по соседству торгового центра «Гранит», имеют право сделать из стоянки торговые ряды. Коммерсанты уже стеклят первый этаж терминала и приглашают туда арендаторов. Мы выступаем за сохранение парковки, вот, да, и против реконструкции ее в торговый комплекс или пристройки. То есть, если происходит такая ситуация, что к ней пристраивается торговый комплекс, или вот как сейчас происходит на первом этаже, когда появились торговые площади, она реконструируется в торговый комплекс, она теряет свое назначение. Дворец бракосочетаний в Новосибирске планируют открыть к 9 мая. Он был закрыт на реконструкцию почти 2 года назад, и за это время здание пришлось отстроить буквально заново. Что получилось, увидела Евгения Агамян. Уже больше года здесь кипит работа с утра до вечера и практически без выходных. Дворец снесли и строят заново. Оставили только вот рюмка, круглая лестница, как мы ее называем, и овальную пристройку. И крыльцо, которое выходит на Красный проспект. Иначе и быть не могло, говорит Андрей Абрамов. Здание старое, 30-х годов постройки. Один ремонт в нем наслаивался на другой. Со временем все не просто устарело. Здесь стало небезопасно. Так а тут все было деревянные перекрытия. Потом, я же говорю, стены, шлакобетон. Потом шли какие-то обшивка деревянной рейкой. По рейке шли драпировка какая-то. То есть тут с точки зрения пожарников, я думаю, нареканий было много. Новое здание лучше прежнего. На стенах декоративная штукатурка, пол, керамогранит, лестница и цоколь из гранита натурального. Все материалы, рассказывают строители, специально везли из Европы. Подолгу ждали. Общая стоимость строительных работ – почти 120 миллионов рублей. Эта часть здания дворца – одна из тех, которую сохранили. Знаменитая лестница. Ее, конечно, помнят все молодожены. А вот тех, кто придет сюда вновь, дальше уже ждут сюрпризы. Потоки будут разделяться не по двум, а по трем залам. Залы регистрации изменились до неузнаваемости. От главного, мраморного, остались лишь стены да двуглавый орел на витраже. Новый выполнен в классическом стиле. Светлые тона, лепнина. Он красив и величественен. Бывший белый зал теперь синий. В отличие от мраморного, с удивительно низкими потолками. Все удивляются. Проект такой. Вот он, тот самый новый зал. Строители дали ему свое название «Овальный». Раньше здесь ждали церемонии родственники, теперь также будет проходить регистрация. Здесь интерьер под старину. От дверей из цельного дерева с массивными ручками до пола из специально состаренной плитки. В итоге 3 зала вместо 2, а также новый холл. Дворец сможет принимать больше молодоженов. Число желающих зарегистрироваться именно в центральном всегда огромно. Кроме того, церемонии будут проходить с комфортом. Раньше пары едва расходились друг с другом в коридоре. Теперь здесь даже отдельная парковка и дворик для фотосессий. Первые молодожены должны прийти сюда уже в мае. Евгения Агамян, Максим Федосеев. Новости Новосибирск. В Новосибирске стало меньше маршрутных такси. За год их количество сократилось более чем на 100. Вместо них в рейсы все чаще выходят автобусы. Такие данные приводят чиновники мэрии. В пассажирских предприятиях до сих пор дефицит водителей. Оставшиеся волей-неволей совершенствуют свое мастерство. На кадрах, снятых на конечной остановке аэропорт, видно, как из-за гололеда водители троллейбусов вынуждены дрифтовать. Машину заносит, и задней частью она попадает в сугроб. Водитель этого троллейбуса чуть не спровоцировал аварию. Во время неуправляемого маневра он едва не сбивает пешеходов. Чудом они успевают увернуться.
А эти кадры из Омска. Здесь чудеса на виражах показывает водитель маршрутки. Окна машины затонированы, поэтому не видно, есть ли в салоне пассажиры. Если да, то людям можно только посочувствовать. И смотрите в заключительной части нашей программы. Выходит не каменный цветок, а угольный. Кузбасские мастера делают букеты из главного богатства региона. Всегда будут помнить. Трижды герой, легендарный ас, почетный житель города. Покрышкину сегодня 102 года. Америка уже открыта, но неизведанных маршрутов хватит на всех. Куда едут Колумбы и Магелланы 21 века? Новосибирские женщины – самые красивые в России. В нашем городе на 100 тысяч представительниц прекрасного пола приходится 103 салона красоты. Такие данные накануне Международного женского дня обнародовала компания 2GIS. На втором месте всероссийского рейтинга Красноярск, следом расположились обе столицы. Лидируют сибиряки в списке самых необычных названий. Самое распространенное название, которое встречается практически в каждом городе-миллионнике, это стиль Клеопатра. Среди редких можно отметить такие, как инфракрасные штаны, это солярий, который встречается, кстати, в Омске, а также бюро добрых услуг. 3 с лишним миллиона цветов проверили в новосибирском аэропорту Толмачево в предпраздничные дни. Бутоны везут из Голландии, Испании, Эфиопии и других стран. О том, какие букеты выбирают в подарок мужчины, что сегодня модно и какими цветами можно удивить женщин, об этом в нашем материале. Пока одни женщины принимают поздравления, флористы работают в несколько смен без перерыва на обед. К весеннему празднику здесь начинают готовиться за год. Заказывают бутоны, договариваются о доставке. Популярную и недорогую мимозу в Омск везут из Абхазии. На границе региона товар проверяют сотрудники Россельхознадзора. Если выявляем карантинный организм, тогда принимается решение либо о возврате партии грузоотправителю, либо, что чаще всего вот при выявлении в срезах цветов, это изъятие и уничтожение. В букетах тюльпаны необычных сортов и расцветок, ранункулюсы и эустома, и даже разновидность капусты. Флористы готовы удивлять. Сибирские мужчины в цветочных предпочтениях консервативны. Однако все больше тех, кто стремится поразить свою даму экзотикой. В Новосибирске на пике популярности пионы. Сейчас очень модные букеты не объемные, а компактные, европейские, стильные, маленькие букетики. Но чтобы состав этих букетов был интересный. То есть пытается, чтобы цветы в букете были интересные, экзотические, разные. Цветочный салон Анастасии Скрынник на кухне. Ее букеты нельзя понюхать, но зато их можно съесть. В сердце каждого бумажного бутона – конфета. Все ищут подарки, ищут какие-то оригинальные. Удивить, чем удивить? Цветами уже сильно не удивишь, конфетами не удивишь, бриллиантами. Не всем по карману. Вот, поэтому заказывают цветочки с конфетами. В преддверии женского праздника Анастасия работает буквально ночи напролет. Засиживается до 5 утра. На создание одной конфетной корзины уходит до 4 часов. Бывают и необычные заказы. Например, метровая Эйфелева башня из 125 конфет или миниатюрный рояль. Кто-то так ценит, да, что вот даже конфетку боится съесть. Кто-то сразу же в первый день конфетки ест. Вот это жалко, кстати. Стараешься, делаешь. В тот же день съели, и все. Камушек, да, такой вот красивый. И будем делать с него розу. Свой каменный цветок к 8 марта высекает и мастер из Кемеровской области Игорь Суворов. Материал выбрал необычный – уголь. Другие скульпторы работать с ним не любят, хрупкий. Но Игорь убежден, по красоте и благородству уголь не уступает мрамору. А уголь, он сам по себе благороден уже. То есть это он кусочек, он уже сам по себе, он красивый достаточно, так что его не надо облагораживать сильно. Вырезал и все, и красивый, как мрамор. Впрочем, признается мастер, дарить такой цветок на праздник не стал бы. Все-таки черная роза – символ печали. Так что над подарком для жены придется поломать голову. Благо, время еще есть. Лидия Захарова, Юлия Боброва, Остап Григорьянц, Алексей Андробаев. Новости Новосибирск. Добавлю, что не все женщины считают 8 марта поводом для торжества. Феминистки Новосибирска 8 марта проведут пикет в Первомайском сквере. Они напомнят об изначальном значении праздника, то есть будут выступать против дискриминации женщин в различных сферах.
Новосибирске сегодня отметили день рождения, пожалуй, самого известного нашего земляка. Трижды героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина. Он родился 102 года назад. Цветы к бюсту легендарного аса, установленному на Красном проспекте, несли с утра. В церемонии приняли участие губернатор, мэр, депутаты, общественники, естественно, ветераны и кадеты. Говорили о боевом пути маршала авиации. Напомню, Александр Покрышкин первый трижды герой Советского Союза. Он второй по результативности пилот-истребитель среди летчиков стран антигитлеровской коалиции. Его тактические приемы активно использовали в авиационных частях Красной армии. Леонард Сладкин выступит в рамках Транссибирского арт-фестиваля. Дирижер Детройтского симфонического и Лионского национального оркестров 60 раз номинировался на церемонию на премию Грэмми и 7 раз получал эту награду. Маэстро будет, можно будет услышать, 2 апреля во время концерта под названием «Вокруг света». С ним выступит также японская скрипачка Акико Суванаи, играющая на инструменте «Долфин», созданном Антонио Страдивари. На борту катамарана новосибирского путешественника Анатолия Кулика заканчивается еда. Надувное судно сейчас находится недалеко от острова Пасхи. И вот какое сообщение оставили покорители океана в своем интернет-дневнике. «Доели последнюю морковку, осталось 5 картофелин, и те гнилые. Рыба не клюет». Конец цитаты. Впрочем, соратники экстремалов, оставшиеся на суше, уверены, все закончится благополучно. Наш следующий материал о людях, которые, рискуя жизнью, вновь и вновь отправляются в опасные путешествия. Мы искренне надеемся, что великое тибетское стояние сегодня закончится. 2 дня на высоте 5100 метров. Очень тяжело. Самая тяжелая часть нашего путешествия. Большую часть группы выкосила горная болезнь. Вопреки опасностям, каждый год новосибирский бизнесмен Алексей Камерзанов покидает свой уютный офис и отправляется в путешествие. К примеру, на край Евразии. Вояж под таким названием они совершили с группой друзей на машинах. 10 стран за 67 дней. Памир, например, это такая узенькая дорожка, где проходит только одна машина, а справа, где-то внизу, шумит река Пянш. И ты понимаешь, что у тебя нет права на ошибку, ты не можешь дернуть рулем, потому что ты просто улетишь. Перед нами силевыми потоками в Китае снесло мост. В Камбодже у нас арестовали машины, потому что мы опять что-то где-то немножко недооформили. И мы 5 дней их вытаскивали, связывались с консулом. Из каждой поездки Алексей привозит видеоматериал, потом монтирует фильмы и выкладывает на личный сайт. Он уже отправлялся на Шпицберген за северным сиянием, исследовал как турист дорогу до Магадана и попадал в Азиатское кольцо. Ты чувствуешь все по-другому. Ты чувствуешь рельеф, ты чувствуешь климат, ты чувствуешь землю, историю людей. Вот это не самое неповторимое ощущение на себе прочувствовать, прожить самому все то, о чем ты знал, догадывался или мечтал. Вот это то, что дает вот такой вот, как вы говорите, дикий туризм. Драйв, романтика, а может, борьба со своими страхами и проверка собственных сил. Все ради того, чтобы вновь открывать этот бесконечно загадочный мир. Приготовление пищи на этом катамаране – это искусство. Впрочем, настоящее мастерство – пересечь на таком судне Тихий океан. Именно это собирается сделать Анатолий Кулик и его команда из Новосибирска. 2000 миль от Перу до острова Пасхи. Отсидел вахту и в люлю. Катамаран сконструировал и построил сам капитан. Его друг из Томска, путешественник со стажем Евгений Ковалевский, уже пересек 3 океана и знает, насколько это сложная и опасная задача. Океан легче не становится. Он такой же, как 500 миллионов лет назад, такой же необузданный, такой же дикий. Волны, я помню, до 8 метров, когда мы пересекали. А катамаранчик-то он, вот он, полметра над водой. Ни трюма, ни каюты, никаких удобств. У нас были нападения акул. Вот они наш катамаран принимали за кита. Идет огромное тело, вибрации идут. Акула понимает, что это кит, разгоняется, бьет, выгрызает кусок, а это кусок нашего катамарана. Но в успехе этой экспедиции отважных сибиряков коллега не сомневается. Я уверен, что Кулик один в один такого же класса капитан, как Магеллан и Колумб. Остается пожелать сибирской команде хорошей погоды и 7 футов под килем. На родину сибиряки планируют вернуться 18 марта. И в завершение выпуска о том, какая погода ожидает нас в предстоящие выходные в городах Западной Сибири. В Омске, где не каждый цветок попадает в праздничный букет, минус 11, минус 16, осадков не ожидается. В Томске, где пенсионерам обещают раздавать бесплатный хлеб, 10-14 градусов ниже нуля и снега также не будет.
Кемерово, где уголь всему голова и даже замена мрамору, также минус 10-14. А в Новосибирске, где отмечают день рождения легендарного маршала Покрышкина, 12-17 градусов мороза и ясная погода. Материалы программы «Новости Новосибирск» также на нашей странице ВКонтакте и на канале YouTube. Ну а сразу после выпуска федеральных новостей смотрите документальный проект «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. А у нас на этом все. Увидимся после выходных.